Баба, расскажите, кто это у вас тут собрался? Целый детский сад. Целый детский сад. Немножко. Настя, что ж Настю-то забыли? Во-во-во. Всех. Это всех. Все мои внуки. Вот сколько их. Родные и двоюродные. Настя, держи чайник. Это Настенька. Это Даша. Улыбаемся. Это Даша. Тут что-то серьезные некоторые такие. Анечка. А это маленькая Юля. Вот она Юля. Это Таня приехала в гости к нам из Нижнего Новгорода. Это внучок мой родной, Пашенька. Ну-ка давайте. Баба, скажи, кто пришел? Анечка, ой, Машенька и держит Дашу. А это Рома, гость наш, тоже из Нижнего Новгорода приехал. О, со всей России приехали, да? А это Вика, тоже внучечка наша. Так я же говорю, ребята, двое или трое тут? Нет, гостей двое, вот Таня и Рома. А это все наши детки. Мои внуки.